Священный мученик Сергий Родаковский родился в 1882 году в Минской губернии. Он окончил семинарию и был рукоположен во священника. В Первую мировую войну ему довелось служить полковым священником в действующей армии. В 1918 году отец Сергий стал настоятелем Троицкой церкви в селе Таль под Бобруйском. Протоиерея Родаковского арестовали в 1933-м. Его обвинили в срыве коллективизации деревни и антисоветской агитации. Священник своей вины не признал. Он ответил, что не находит никаких указаний в Евангелии о форме землеустройства, и потому выступать против коллективизации на основании Священного Писания не мог. Отец Сергий подчеркнул, что приводил в пример Евангелие, когда говорил о нравственных отношениях людей. А симпатии к нему со стороны крестьян объяснял политикой власти. Она то требовала непосильный налог, то выселяла священника из дома, то отбирала все его нехитрое имущество. «Верующие смотрели на меня, как на мученика», — заметил Родаковский. Протоиерея приговорили к расстрелу. Священномученик Сергий был погребен в безвестной могиле.